Для одних история – это множество сухих дат, фамилий и фактов, изложенных на бумаге. Для других – повод придумать и воплотить в жизнь творческую идею. В течение 3 лет в профсоюзе ядерного центра трудится над важной стратегической задачей – разработать имидж организации глазами молодежи. На этот раз пришло время обратиться к истории профсоюза. Мы работаем в легендарной отрасли, и профсоюз у нас тоже очень легендарный. И поэтому, конечно, задача и состоит в том, чтобы именно молодежь рассказала историю, легенду нашего профсоюза, как одну из основных составляющих имиджа любой организации. 120 участников, 5 секций и 6 часов на создание проектов. Молодые активисты вспоминали имена и фамилии героев профсоюзных организаций, события 90-х, когда шла борьба за сохранение предприятий атомной отрасли и рабочих мест. А еще много других исторических фактов, на основе которых у участников семинара рождались творческие идеи. Мотивация профсоюзного членства – это главная цель. То есть повышение имиджа, чтобы народ знал, что такое профсоюз, что без профсоюза нет движения вперед. Вот это главное. На итоговую дискуссию школы молодого профсоюзного лидера были выдвинуты самые яркие и оригинальные проекты, среди которых создание в городе музея истории профсоюзов НИЭФ, появление на улицах города профсоюзного автобуса, создание единого альбома, посвященного профсоюзным лидерам ядерного центра и многие другие. Это популяризация истории легенды профсоюзной организации для повышения имиджа. На самом деле проекты разрабатывают совершенно различные идеи, настолько креативные, молодежные и интересные, именно то, чего сейчас так не хватает профсоюзной организации. Идеи, рожденные на семинаре, не останутся только на бумаге. Организаторы надеются, что разработанные проекты в скором будущем воплотятся в жизнь. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.